Всем привет! Разграбление захваченных территорий Украины уже открыто объявляется целью российской агрессии. Если раньше россияне говорили, что их цель это просто помочь русскоязычным жителям Юга и Востока, цель защитить их, спасти от фашистов, то теперь уже прямо говорят, что цель захвата это банальная нажива. Например, подконтрольный ДНР телеграм-канал «Донбасс решает» открыто пишет, что аграрии на подконтрольной России территории Донбасса, то есть в Ордло, работают в основном на тракторах и комбайнах американской компании John Deere, которым уже больше 20 лет. Поэтому некоторые детали нужно менять, но официальные дилеры компании, как известно, из-за санкций перестали поставлять необходимые запчасти в РФ и, следовательно, в так называемые республики они тоже не попадают. Ну и в качестве выхода ДНРовцы предлагают как можно быстрее захватить целиком Донецкую и Запорожскую области, так как там можно захватить украинские трактора и разобрать их на запчасти. Одна фирма, которая занимается джандирами, АСТ. Там ничего не дают. Если мы раньше, ну, очень дорого, но можно было купить там форсливую, сейчас ничего нам не продают. Они же официальные дилеры джандиры. Из-за санкций им же перекрыли. Надеюсь, сейчас вся на быстрее освободить Донецкую, вот, Запорожскую область. Там запчасти есть, там есть очень много тракторов на разборке. Смотрите, я ж ничего вообще не придумываю. Вот их СМИ. Вот там такое пишут, вот прямая речь, на видео, то есть они не стесняются, они сами это все записывают, они сами с гордостью говорят, что их цель это по сути, ну в общем-то, отобрать что-то у украинских фермеров, ограбить фермеров, которые честно трудились, купили какое-то оборудование. То есть тактика саранчи, им не приходит в голову создать свое, ну в РФ же есть какие-то тракторные заводы, но обратите внимание, что даже не идет об этом речь, то есть они понимают, что своих тракторов нет, не будет, режим Путина там ничего создать не способен, им нужны американские трактора, но им не дают, поэтому надо у кого-то отобрать, захватить, понимаете, прийти на чью-то территорию, забрать у фермера, а когда там закончится, что делать дальше, туда по логике же, да, вот этой саранчи, логика саранчи, прийти еще что-то отхапать, еще у кого-то забрать. И так до бесконечности, потому что в этом их суть, которую они даже не скрывают. И вот такое должен видеть весь мир. Вот все должны просто понимать, что там происходит, что это за люди и какие они цели преследуют на самом деле. Поэтому просто поделитесь этим видео. Давайте распространим эту информацию как можно шире. Они же сами это все публикуют. Ну давайте им поможем эту информацию распространять тогда. И подписывайтесь на канал, потому что это очень важно.